Сейчас. Взяла я мороженое разных видов, самое дешевое. Пиво, сейчас немножко остынет, по глоточку бахнем, мамуля. Домашние яйца взяла, одно раз бабахала. Я купила, слышишь, купила баклажаны. Купила баклажаны. Хочу сделать, как вот эти вот, знаешь, как отбивные, да, где я. 35 гривен отдала. Где они тут? Да. 35 гривен, вот они. Вот они. Так, кофе себе взяла. Ой, кого я видела. Так, лампочки взяла, ты просила. И набрала вот сколько вискоса. 10 пачек взяла. Видела Катю, Колю, твою сестру родную. Да ты что, они с АТБ выходят. А она так, короче, думала, что я это, к ним. Я говорю, да не, Катя, я в АТБ. Боже, как мне... Наташка говорит, какая ты бессовестная. Нам так не хватает вас. Так, а мне кого не хватает? Я передала большой привет и рассказала, сказала, что обязательно приеду на машине с Верой, заберу их и сюда привезу. Ага. Бо у Сёмки то бронхит. Ну и мне когда тоже. Моя ты красавица. Девочки, это я не виновата, я убираюсь за двором. Кто там? Там а это я, это я. А это я. Это я. Это Верочка Анатольевна. Ой, моя ты девочка. Я не успеваю, ребята, я зашилась. Я не знаю, лампочки. Чиши. Красивые, но не получилось. Где тут написано, почем они, я не знаю. Да какой красивый, мама, сейчас такая. Дай мне. Сейчас я тебе трусы на себя надену с лифчиком и буду лазить. Ты что? Сейчас даю пиво, подожди, охладиться 3 секунды, подожди. Тебе пиво, а мне мороженое. Да, тебе? Да. А что, пиво не хочешь? Ты же любишь пиво. Да я боюсь, это санцепёки. Несу, все, несу. Куда здрасте? Это вам алкогольное пиво, деньги на выброс. Так, ладно, хорошо, выключаю камеру сейчас. Так спала тряпка. Блосички, ты купила блок? Там нету на солнечном, это я буду в центре куплю. Не купила я. Блоки закусали, скажи. Закусали, падлы меня, падлы. Завтра на Ксеневку подъеду тогда. На Ксеневку надо. Там. Ну я зайка. Ой, хорошо в кухоньке. Только будто кондиционер стоит. Так прямо, да, хорошо, прелесть. Фу, друзья, где мои все купальники? Маленькие, большие, сейчас все на себя надену. Это трандец. Все, кабак не варит. Полностью кабак не варит уже. Значит, я только что зашла в Еву. Купила себе мой любимый бальзам для волос. Оттеночный. Тоник. Бальзам-тоник. Купила себе талую воду. Рябинка-краску. Заплатила. Доброго дня. Кулечек треба. Ватные тампоны треба. У вас бонусная карта есть? Нет. В общем, забили мне баки. Я рассчитала. Сдала бонусную карту. Вам сдачи куда? В общем, друзья, так забили баки. Вот эти вот. Это есть. Доброго дня. Здоровья. Оставила товар и ушла. Представляете? Хотела сегодня покраситься. Я в шоке. Мне надо кровь с носа сегодня покраситься. Но такая жара. Сейчас не поеду обратно. Это остановок 6 от меня. У меня здесь Евы нету. Короче, позвонила на горячую линию. Мне сказали, чтобы чек сохраняла. Они товар на место не ставят. Они по камерам посмотрят и вам вернут. Ну так, я в шоке. Я одна была. Вообще людей нету. Ну вот, кассир, ты же видишь, что я выхожу. Ну останови меня как-то. Потому что вот такая вот касса и вот такой стольчик. И все навалено по акции. Это надо. В общем, я расстроилась. Даже и финансово расстроилась, потому что 100 с чем-то гривен потратила. Это во-первых. А во-вторых, что мне сейчас кровь с носа надо было покраситься, потому что так уже ходить невозможно. У меня мероприятие, я должна буду хорошо выглядеть. Короче, кошмар, друзья. Кошмар. Бонусная... Кто там? Бонусная карта есть, то есть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, я виновата. Ну так, блин. А почему я знаю 100%, почему я оставила? Потому что я... Это был последний пункт моей покупки. Я села в машину и уехала. Ой, ну позже вечером сейчас поеду, заберу. Сяду за руль и заберу. Ну какой-то ужас.
Значит, кто проживает в Украине? Купила баклажаны, 35 гривен килограмм. Взяла я. Хочу, знаете, яйца в муке пожарить, как отбивные. Сейчас еще вкусный соус к ним сделаю, помидоры, чеснок, горький перец сделаю. В общем, пожарим. Ой, друзья, я в шоке. Я просто в шоке сама от себя. Ну все, как бы не варит полностью. Потому что расстроена, за Люду постоянно думаю. Она мне видео прислала. Так, у меня 1, 2, 3, 4, 5 штучек. Я шкурочку обязательно снимаю. Потом вот порежу сейчас вот на вот такие вот, сейчас покажу. Вот такие тоненькие. Наверное, вы знаете. И буду сейчас в муке и в яйце. Вкуснятина. Вы, наверное, все делаете. Я это очень люблю. Очень. Жарко, друзья. Посолю немножечко вот так вот. А? Как я приспособилась снимать, да? Посолю пускай чуть-чуть. Они как сачок пустят. И сейчас 5 минут. И все готово. Фух. Красная. Красная, капец. Вот я муку с удочки. Блогер супер, да? Снимаю прям кулинарный канал. Так, вот так вот яйцо. Вот. Есть, делаете, знаю, 2 раза. Я 1 раз. Мука, яйцо. А есть, делают мука, яйцо, мука, яйцо. Они тогда настоящие прям отбивные получаются. Ну, я вот так вот. Вот, яйцо. И погнала. Шкварчит, слышите как? Ай, какая вкуснятина, шкварчит. Так, ребята, и кто мне скажет, что это не похоже на отбивные? Все мы, наверное, кушали, да, такое все, особенно в гостях. Раньше любили подавать, сейчас в основном подают столбики. Я буду подавать вот такие вот блюда. Ой, есть так хочу, не могу. И сейчас делаю соус. Здесь у меня 3 помидора. Помидоры, конечно, покупные, не наши. Головка луковицы. Головка, не головка, вот, ну, вот эти вот. Чеснока. Прованские травы. Сахарок, соль. Уже здесь есть яблочный уксус. Все по вкусу. Я сейчас это все блендером переколошматю и покажу дальше, как я буду его применять. Это будет очень вкусно. Вот этот соус, вот этим вот баклажаном, муке в яйце, как отбивные. Ну, я не знаю, кому еще надо будет мясо после этого. Так, все на блендере я перемолола. Сейчас доведу до кипения, до густоты. Добавлю зелени, и вот такой летняя аджичка будет готова. Уже вкус. Все есть здесь. Прелесть острая, класс. Это супер, друзья, просто. Покажу дальше. Так, летняя аджика готова. Напоминаю, здесь у меня такой вариант простой. 3 помидора, 1 луковица, головка чеснока, кориандр, специи, перец горький, соль, сахар, немного, чуть-чуть уксуса. Все по вкусу. Вот этим вот баклажанным отбивным. Сейчас попробуем, друзья. Фу, друзья, жара такая просто. Фух, жара. Так. Вот так вот. Красота. Жарко. Какая нахер кухня? Я не знаю, в квартире можно зайти с ума. Так, еще раз. Летняя аджика презентую. Так, теперь беру. Вот так вот. Никакой кетчуп, никакой соус, никакой майонез не сравнится с вот этой вот. Друзья, ну это правда. Ой, остренькая. Как же вкусно. Ребята, это шикарно. Это просто, возможно, маленький кусочек съем. Это очень вкусно. Боже, какое прекрасное время, да, сейчас? Угу.
Ну не купите вы такую аджику нигде, пока сами не сделаете. Кто любит сладкую, кто любит острую, кто какую любит. Вот я люблю острую, чтоб аж скулы сводила. Горький перец сжигает жиры. Нателлочка, сжигай свои жиры, солнышко, сжигай. Почему такую еду не придумаешь, чтобы еще морщины разглаживала? Да? А еще у меня варится картошечка молода. Класс! Класс! Боже мой, у меня в голове какой-то бардак. Так, позвонили Света с Андреем. Идем через, у меня же здесь же пляж, через мост. Вот, она говорит, Наташа, так жарко, говорит, пошли сходим, скупаемся. Так я вот решила надеть это платьечко, не платьечко, туничку, вот синий купальничек. Фух, это у меня глажка, друзья. Фон, у меня уже сил нет. Вот так, Нателка ваша, с этой туничкой. Вот так и пойду. И все, очки напялю и погнала. Фу. Глаза размазанные, но это жарко. А ты ж целый день плакала. Ну ты читай ваши комментарии, боже мой, вы хорошие. Ну вот недаром вы меня смотрите, вот недаром вы меня смотрите. Как мы с вами все, действительно, там мне вот Вероничка да написала, Нателла, мы, говорит, живем одной жизнью, все похожи люди друг на друга. Ну я имею в виду в хорошем смысле этого слова, что... У нас много общего, потому что если бы у нас было, не было ничего общего, то мы на этом бы канале с вами не собрались и меня бы не смотрели. Вот у меня есть друзья, которые давно-давно познакомились, когда только каналы мы свои открывали. И дружба до сих пор поддерживается, и они уже и переживают, и знают. И... Плакала, плакала, страшное дело, плакала. Короче, горюем, как две дурочки с мамой. Ну, сейчас отвлекусь, сейчас пойду покупаюсь. Ой, а синенькие баклажаны, ой, ой, какие они вкусные, друзья, какие они вкусные. Не, девочки, понимаете, я все понимаю. Вот напишите мне, ну почему у меня с каждым днем растет грудь? Это что такое? Только тихо. Это что такое? Никогда не было, это не по дням, а по часам. О. Как будто я арбузы глотнула. Ладно, сейчас покупаемся, а вы посмотрите. Мои хорошие друзья, посмотрите, вы только полюбуйтесь. Это мы вышли с моего двора, идем через мост. Вы посмотрите, как красиво. 17.00, по-моему, или 17.30, ну неважно, 6 час, да, в общем. Идем через мост. Ой. Да, красиво у нас, да, Света, вообще здесь, конечно. Речка очень хорошая. Просто, да. И дает свежесть, да, такую. Димочка. Люся такая. Пойди, собака. Можешь купаться? Я сейчас с собакой полезу. А, давай. Ой, одно ужасное. Что плохое? Раку... Ой-ой-ой. Ил? А? Ил? Да. Класс! Класс!
не трогай, не трогай. Не знали? Господи, в каком прекрасном месте мы живем. Какое море сравнится? Ну вот какое. Я так понимаю, как есть у вас какое-то приспособление, которое у меня вместе с водичкой вот так вот. Вот. Ой, будь. Это динозавр. Динозавр. Это динозавр. Вот так вот, вот правильно. Чтобы вам не помогло, вот так правильно, вот так вот. Чтобы вы знали, не если ты меня купать, когда я не ходила. Да. Это выходит из клуба. Вероника, вылазь! Нет, она герой, ты что, молодец такая. Ты что, солнышко, сейчас снимаешь до сих пор? Не, я ставила паузу. Да, ух ты, я разобралась, как паузу ставить. Водичка просто супер. Все, гасим. Спасибо. Что, у тебя серьезно пепсикола, кока-кола? Вот. У нее и пиво есть, и кола, а ты думала. Ой, хорошо. Вот именно вечером самый пенис, да, светит? Вот вечером. Не печет. Не печет, да, не печет. Просто прелесть, класс. Думаю, что у меня такие пришло с камеры, что у меня такое не надо. Девочку поставила панамочки и пошла сама. Ой, супер, аж настроение поднялось. Я лежу только что на диване. Смотрите, вот так вот просто лежу. На диване или на кровати? Неважно, на полу. Да нет, ты не поняла, на улице или в доме? Да в доме. И смотрите, ушла, меня не... Просыпаюсь, думаю, что я уже проспала часа два. Нифига, минут пять. Думаю, да сколько же можно. Есть такое. Уже пошла водой, короче, намочилась водичкой всем. Не, когда Света, Наташа, мы собираемся, типа. Еще, говорит, часик поработаем. Больненький чешу, да? Не, я думаю, я не может с утра тоже дали жизни. С 4 утра смерть, пока не жарко. До 9, с 4 до 9. Не, ну правильно, ну вы жаворонки. О, ты тоже жаворонок. Я? Да. Дерные реакции, блин. Нет. Мне бы до 2 ночи терловаться, блин, и до 12 бы поспать. А мне целоваться, думаю. Терловаться. Бедная Света. Тырла, знаешь, что такое? Кто? Тырла. Не, а что это такое? Это по-украински, это безостановочные там какие-то на колхозе работы. Понятно. А, в скирды вот эти вот собирать, скирды, тырловаться. Да, на тырло, да. На тырло. Да, на тырло. Вот там, где камыши, раньше, Светочка, не было ничего. Была лодочная стоянка. Ты не помнишь, нет? А, ты еще нет, ты не помнишь этого. Боже, я что-то выросла на той стоянке. А красная крыша, то есть Лена и Коля, да? Вот та красная крыша. Ну, Колина, да? Колина. Андрюха. Легкоатлет с морским загаром. Так, чё, ты такой черный, Андрюша. Ты когда ходил купаться, хоть бы майку белую снял. Белоснежную. На крахмаль, Андрей. Всё, это всё. Для пива, а не от пива. Молодец. Запускаем торпеду. А сколько сейчас лена, Света? Лена. Просто интересно. Водичка, она, конечно, здесь не очень чистая, но дальше вообще супер. О, 18.50. Зимой уже спят в такое время. Андрюша пошел. Тимочка, давай ее сюда, пускай она ко мне плывет. Давай, собака. Давай, зайка. Давай, моя сладенькая. Моя ты девочка. Давай. Ой, тебозечка моя маленькая. Давай, умная собачка. Давай, к Светочке.
Давай к Светочке. Вот так вот. Вот так. Пацаны, давайте под волной. Класс, да? Супер. Супер перепупер. Так вообще видишь, что мы на море живем, да? Алло! Плотность воды немножко другая, а так в принципе да. А что, а, ну да, на море ж там всплываешь как. Там легче плыть. Не, неудобный. Какой это водоем? Это река, а не водоем. Река Самара, Андрюша. Она еще и водоем. Прикинь. Ай, хорошо. 7 часов вечера, класс, да? Помогай! Закипаем. В тени у вас, ты говорил, было 39. Ну, давай. Ой, хорошо. Ой! Класс. Ух ты, на лыжах как! Надо снять, показать вам, как красиво. И вот, ребята, вон я живу, где камыши. Вон, видите, двухэтажный дом, а я рядом. За кустами на выездно. Ай-яй-яй. Вот. Вот. И вот так. Это наш местный пляж. Андрюша! Ё-моё, блин! Андрюха балуется. Ой, хорошо. Ой. Светочка еще не купается, ей нельзя. Бронхит. Я на этом пляже вообще выросла. С мамой каждый день ходили. Каждый день ходили. Ой, хорошо. Прелесть. Прямо не хочется выходить, а солнышко. Прелесть. А дальше глубоко, глубоко. Ой, друзья, прямо она реально горячая. Прям горячая. Вау. Вау. Ой, хорошо. Фу, 9 час. Прошел сегодняшний такой у меня эмоциональный, насыщенный день. Весь на нервах. Но завершение было очень хорошее. Мы так хорошо накупались. Подай, друзья. Я сколько лет не ходила сюда? Лет, наверное, 10. Вот сегодня первый раз пошла за 10 лет себе на берег, на пляж. Водичка чудесная. Так что приглашаю к тебе в гости. Кто недалеко от меня живет, приезжайте. Сходим на пляж. Это божественно. Просто классно. Да? Сейчас мою ножки, искупаюсь. Хорошо, так прохладненько, так офигенно. Просто замечательно. Просто, друзья, замечательно. Фу, такой тенечек сижу. Хорошо как. Ой, хорошо как.